ОМОНовцы штурмовали Среднеуральский женский монастырь и задержали отца Сергия, он же Николай, Романа. Очевидцы рассказывают, что отец Сергий проклинал этих ОМОНовцев и всю русскую власть проклинал. Поклонская рассказала о том, что после проповеди отца Сергия депресняк, то есть сдала гадюка, да, совершенно четко. То он у нее духовник, она ходила там, блядь, в платочке такая, блядь. Вот все, что нужно знать про эту, как ее, Поклонскую, да. Она сказала, умереть за Россию, все дела, это страшно и очень опасно. Ну, то есть, что там отец Сергий проповедовал. Люди пытаются найти в церкви правильные способы веры, а слышат такие проповеди. Этот год очень сложный, еще и вот такие проповеди, они еще больше вводят депресняк. А также она сказала, что силовые ведомства приняли меры по задержанию, значит, Сергия, и она уверена, что разберутся, прокуратура и суд во всем разберутся. То есть хвост поджала. Это все, что нужно знать про эту Поклонскую, да, жуткая, конечно, дама, просто жуткая. То есть это юродствующая. Вначале она там всех любила, Николая Второго, блядь, попа этого и прочее, прочее. Раз сейчас этого попа цапнули, блядь, и все. Больше она никого не любит. Сергия мог привлечь к ответственности за нарушение права на свободу совести, вероисповедования, за склонение к самоубийству, ну и прочую чушь, они ему там навинчивают. Я так понимаю, что его арестовали или еще нет, потому что его притащили в Москву, в Басманный суд, там собрались верующие, которые кричали «Мы с тобой», это очень хорошо, да, потому что он оттягивает от РПЦ массу людей, ну, правда, не знаю, какими идеями он оттягивает, там еще более чудовищные, конечно, идеи. Да, и, ну, представляете, вот РПЦ абсолютно все устраивал в этом Сергии, пока он не стал залупаться на Гундяева и на Путина. Потом они его отлучили от церкви, а он там говорит, вот у него большая паства. Да, большая, он собрал ее за счет РПЦ. То есть вот тех, которые там, ну, хорошо оторвал их от РПЦ, да? Так что, и, то есть он оторвал людей от РПЦ, стал оттуда высасывать, да, этих людей, как насос. А РПЦ это сильно не понравилось, потому что он хотел свалить от них, да? То есть все, чтобы выйти из мафии, как можно выйти из мафии. Нет, не получится. И тут вот большие любители Сергия пишут мне. Знаете, я вообще не буду комментировать ничего. Мне, конечно, очень выгодно, что есть некий Сергий, который борется там с путинской властью и так далее. Ну, и я, конечно, буду топить за его освобождение, безусловно, и так далее. Ну, мы можем быть только временными попутчиками на время свержения там Путина, и все. А дальше наш путь и расходится. Вы должны понимать. Я никакого православного общества не потерплю. Вообще никакого религиозного общества в России. Россия светское государство. И всегда будет светским государством. Никаких попов мы близко не подпустим. С их хоругвями и крестами. Мы слишком хорошо знаем, что это такое. Особо, для особо одаренных я хочу просто прочитать то, там спрашивают, а кто такой отец Сергий? А я сам не знаю, я как бы читаю в общих источниках и предлагаю вам тоже прочитать в общих источниках. Давайте вот быстренько прочитаем. Я не очень верю в Википедии, ну, здесь стоят некие даты и так далее, какие-то вещи описаны, поэтому при определенном, так сказать, подходе таком критическом, можно прочитать и понять, что же такое. Значит, родился 19 марта 1955 года в Горьковской области, служил армии,
в армии в звании сержанта, учился в Калмском среднем, значит, милицейском училище, вышел лейтенант там, работал на этой должности с июня 75-го и был уволен в мае 79-го за халатное отношение к работе и дискредитацию милиции. Ну, вот сразу я ставлю вопрос, почему, потому что это херня, там вся дискредитация милиции, это полная херня, можно обнулить. Дальше работал в системе торговли. 22 мая 84-го совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее вред здоровью и смерть человека и отправившего его самого в кому на 3 дня. В эти же 84-85-й совершил хищение государственного имущества, работал продавцом продовольственного магазина в Москве. 9 августа 85-го года сознался в убийстве при разбой с отягчающими обстоятельствами, совершенным в апреле 84-го. В 86-м по совокупности был осужден на 13 лет. Там-то отбывал наказание, там стал хорошо себя вел, церкви строил. В общем, попы за него вступились, на 3 месяца раньше освободили его, отправили в монастырь. В монастыре, значит, с игуменом что-то не сладились дела, пошел в семинарию, из семинарии ушел. Оттуда 29-2005 был исключен с 2-го курса заочного обучения из-за систематических пропусков. Значит, попросил службы, вот в Ганина яма, где расстреляна царская семья, там служил. И, значит, вот так как такое место, куда все съезжались, в общем, там стал нарабатывать паству. Значит, ага. Пострижен в 2001 в монахи. Вот, со всякими православными, короче, дружил и прочее, прочее. Вот. В церкви строил. Так-так. В церкви строил. Ну, в общем, там много, я так понимаю, грязи на него выливать. Я про это не буду читать. Я никогда не хочу какие-то необъективные данные, что он там факт судимости скрыл и прочее. Я думаю, что попы это все прекрасно знали. Их все устраивало до того момента, как он наехал на, значит, Гундяева и на Путина. Абсолютно все устраивали. Значит, вот он царебожников секту организовал, как они там эти попы гундяевские считают. Да они там все такие. Господи. Поклонская, значит, у нее там была паства, ее вырвалась оттуда. Вот. Скандал с Матильдой описывается. Изгонял дьяволов, он бесов экзорцизмом занимался. Так. Что я? Проект самого большого православного собора в мире. Он, значит, проталкивал, ну и прочее, прочее. Ну, что я могу сказать? Ну, такой достаточно пассионарный человек, и, в общем-то, это неплохо, когда такие люди восстают против Путина. Для меня абсолютно понятно. Если выбирать из таких, как Сергий и Гундяев, я всегда буду выбирать Сергия, а не Гундяева, понимаете? По каким причинам? Что дальше с ним будет? Как думаешь, Вячеслав, как что? Ну, посадят его, что? Они же видят, что хорошо, очень дает гладиться, когда сидит в тюрьме. В тюрьме-то он как бы прекрасно там себя вел и прочее, прочее. Сейчас они его также попробуют лишить свободы или, может быть, признают невменяемым. Такое тоже возможно. То есть для них это даже лучше было бы с точки зрения вот ватников, который тоже православный, ему сказать, ну да, ну там что-то заболел дедушка.
пишет, а это попа есть, не вменяет. Да нам какая разница, вообще наплевать. У нее есть такие же, вы понимаете, эти такие же, они могут полезть на пулеметы, понимаете. Вот нам, нас заебали уже вменяемые, которых на пулеметы не пошлешь ни хера, да. Поэтому пусть будут невменяемые. Нам самое главное Путина снести, а потом мы разберемся. Что и как, кто вменяемый, а кто невменяемый. Там война план покажет. Поэтому я предлагаю вам всем поддерживать отца Сергия, безусловно. Безусловно поддерживать. Ни в коем случае не гнушаться. Ну да, у них там свой путь, они там в царя верят, блядь, и так далее. Ну пусть верят. Никаких проблем.